Друзья, ни для кого не секрет, что стюардессы должны быть вежливыми, красивыми и компетентными. Но есть такие стюардессы, которые ничего никому не должны. Уважаемые пассажиры и те, кто летит не в бизнес-классе, пристегните ремни, мы взлетаем. Спиночку поднимите, пожалуйста. Так, электронные приборы выключайте. Выключайте. А почему вы по-английски не повторяете? You with me used to be together. Don't speak and know what you say. So please stop, please play. Так это ж песня. Это молодость. Женщина, а почему туалеты закрыты? Откуда я знаю? Может, мы над городом летим? Женщина! Ой! Господи, напугал мальчик меня. Вообще-то я девушка, если что. Вот то я и вижу, что если что. Это что ж должно случиться, да? Скажите, а карамельки будут разносить? Конечно, будут. Видишь, как меня разнесли? Женщина, а вы мне что принесли вообще? Я томатный сок хотела. А я певицей стать. Кому обиднее? От вас что, коньяком пахнет? И чё? Я, может, летать боюсь. А зачем вы в стюардессы пошли? Коньяк люблю. Так, 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 так. А ну быстро сел и пристегнул. Мы взлетаем, а? Не, ну дал же бог пилота, честное слово. Что происходит вообще? Ну вы на него не сердитесь, он просто выпил. Как он даже выпил? Да у человека первый полет. Что вы за люди гнилые? Женщина!